18 июня воскресенцы приняли участие в выборе кандидата в депутаты городского совета депутатов. Предварительное рейтинговое голосование, которое состоялось в школе номер 11, определило кандидата, который 10 сентября 2017 года примет участие в дополнительных выборах в городской совет по одномандатному округу номер 14 от партии «Единая Россия». На участие в дополнительных выборах депутатов в городской совет депутатов претендовали три участника предварительного голосования – Алла Макарова, Марина Щетинина и Владимир Усков. На счетном участке предварительного голосования партии «Единая Россия» побывали секретарь местного отделения партии, руководитель администрации Воскресенского района Виталий Чехов и член политсовета местного отделения, глава городского поселения Воскресенск Виталий Лощенов. Руководители города и района пообщались с членами счетной участковой комиссии, избирателями, убедились, что процедура праймерис проходит открыто, честно и легитимно. Явка составила 10,6%. Голосование прошло спокойно и организованно, без нарушений. По итогам предварительного голосования большинство голосов воскресенцы отдали Марине Ивановне Щетининой, которая работает директором детского сада номер 61 «Мечта».